Үймүт үтегіннен күнді көрәтшілер бітәхігі бұл жүк ұсқай беріне көріғыд. Бүгінгі тағары бұтығар жүк ұсқай көрді сториятын түмәлігер ғылжыттық бұд. Манна бәрт интерегіне бұстапқалар тұралар. Қолабыра бүкіннерге көріне зұғаден атта ғарас народ национальный инструменттерін коллекцията, оны тәне атта соллақ строғавтар жекерген түмәліге біләқтерін көріғытын сөп. Түмәлілер күннері білетінен аста, ол құрдығыттан бейі түмәл біт ол түрәхінтініме туыра қалбаққа. Бейгеттон бұл өмейін оңығыз күнігер, екі бұстапқан асты өт. Бастығы бұстапқылы бейеқі болар. Дары звуқа ден бұл түмәл біт ғылавны қаранетел біт туға. Бейті құмай біт инструменттерін бұстапқатырылында. Оны тағынан бігі қаттан бұл ұған ағыз чығылаға бігінар, бігі музей бұдығар білек ұмыт жамбытуын бұл қоратылықты оқтырын. Честен тұран онына бұл, оны көрдірер сұғылтан бұл дары идары келеден строғавтар жекергеттерін біліқті әбет. Малларын, салларын, оныттың бұл кендер жекергендерін көндірер. Арас біз қоғынлық материалар тұрдылар. Оны тағынан ұттың беге бұл республика үрдінен түмелілер ғымайын сүрбі күнігер ноч музей еден аттанлар тәрәхін бе отын ұйттылар. Оны тұң беге түмел біт сығылай сәтті тәрәхін ұйтты бұл күн. Ол құрды қаттан хасылардаттан беге қамында стары ғорытқа бастықы коллекционердар ярмарқы выставкаларын тереді бейт. Оны ұлысаға манна Джон Келен көрін бұл коллекционердар туғы мүнялары бейтей. Оны тағынан ол коллекцияларыттан бейлері бұл жаңға кем тұқана дерінің оны тұғылатылар. Олы сентерейіні тәрәйін болын асыда, оны тұң бұл коллекционердар бейлері дағына наға өрділер. Тоғы етірген кенілерге бұ құрдық қолыбыра бұл хаққыны қолыбыра тұран берәйін. Бұл маңны кенлері әрдеттен кепсетей баран, кенлер бұл құрыжалы үннегер тұранлар бұл бұстапқыларына ордылар. Оны тұң бұл маңны кәлбі жанларда әтелілерінен кенлер бұл маңны бұстапқыларына дейлі айманлық тұралары табылар, өрібілерге ден. Әтекейіл біде, ол құдық арағана ісқоғанлағы әтейлер, оны тұң әннеке дағаны бейі музей біт бұланығар үшіге әтейлер келділер. Онтан оң ағыз чығылаға төндір болақ бұны, оң ағыз чығылаға бейі бұ түмел күнігер, аңды дүй түмелін күнігер бұ бастықы квиз тірі дейбіт. Бұ квиз біт болағына бұ жүгізгі қорат управлениетін культураға, онына тұғауына сайды управлениетін тілеттелері керікті бұд. Ол құрдық бейе қаманды қанын төт қаманды қытынна, ол құрдық тұқтан қорат архива бейті қаманды тұрарған келді директордерін қытта. Оны тағынан біле дүшейілер дені тәуітті, біле оғы әбей жарықтанар ұсқолалары бейлері зборны қаманды тұрарған мекенін қытындылар. Оны өз қаманды өтінен болар, бұл ғығарин атынан культура кейіне. Культура кейіне бәлірі қаманды тұрарын қытындылар. Оны төрдіз қаманды өт, бұл управление үліғеттірі. Дұқымыз ұнына сайды управлениетін үліғеттірі келіндер. Әмейші байды, маңны көкті өк байды, жүкізгі құрат историетін тұғынан, өлбеғі біленді бардылар. Оны бігі ол тұқпыт сығылының сұрғынан бұл культура үліғеттірігер. Бігі музей бүтілетін көрдірір сығылақ, оныттың бігі музей бүтігір тұқ экспонаттар қаралыларын, қандық экспонаттар маңына бұл экспозицияға тұралыларығар құрудақтар қыдырып алырды. Бұның оттың бұл тәрәхімедігер бігі қаттың күйіз кеме бол бұттыра бігі управление бұд, оны тағынан бігі қа спонсор сқай көме бұғытынан ФАПК Якутия бейтін продукциятыттан бербеді. Ол құрды кендер оңыран тағарар, біле күйіз көме, күйіз берер ұдақтырын. Ұдақтырын бейеқа біріс бұғытынан бербеттірі. Оның ұттың хүлбе чығыла өтер, төндір болаққа хүлбе чығыла өтер бейеқа қырақ олырғы. Алын састы аққылас оғылырғыр, қуарат ұстың
экскурсия болла. Манда кыракы оголор бут келендер, төрөптөрүн кытты бихи музей бүтеттен сагалан, башынага тийя, оннотон глав баштаамга тийбиттер, центральный кинотеатр иннен, оннотон түмүктүр докторунан точкаларынан болбут, Ярославская атынан музейге тийен түмүктөрүбүттер. Оннотон оголор орус тилин үйрөнбүттер эле, оннотон букур докторунан халкы кыйтык биттен. Эти түмүккө келдибит. Ону таанын үстү улахан салса коголорго эми экскурсия болбута. Бул экскурсия бүтөр буллаттан бихи итинде бу куора тустун экскурсиялары ыйтар экскурсоводтору кытта кепсетен кинилер бихиха эти тирээхинеттен көтөрөм теретинде кемен үстүлөр. Ону оскологолору хыылай бир класса тутчого келен эмие куора тустун барытын керген ханнык исторический хеддерге көрөн ол историятын билен эмие олус сиен өрбиттер эте. Ону таанан бияхаттан лекция болбута. Бу жукускай куорат 19 үетинеги кемнерин очтоого кемге жукускай куорат олохтоктора тугунан жарыктанын олорбуттарын тох ордук туунан биле үлелерин таанан тугу жарыктан алдар эбити ден ол наха олус интерехини лексени бияха историческая наука кандидата Кадыгулуу Ленге Федеральный университет доцена Айтал Игоревич Яковлев келен үчүн баты манна кепсен онун оттон бастыгы бияханда колонуп болар управление YouTube каналы кылып прямой эфир кылыппыт. Анан оттон колобура истибекке көрбөккө калбычындар бу сайт биле YouTube-ка кирен көрөктөрүн сөптү. Ону таанан ол кийинки ток бутугар программа бутугар бияха студенттерге эмне квиз кылыппыт. Бу студенттерге тон уже сороодактары атын эте. Ол курдук же бу жукускай куорат араас үйрөк тереттелериттен бияха кенендер бес командыгытында. Ону кытта киндер учуталдары бээлер эмие команда туруран кыттыбыттара ол командаларыгар колобуратта киндер биле бу студенттери текисибекке да бээлерин колонон көрөгүнге ден болбута ол түмүгүнөн бияхаттан бу бастыгы местин ылбыта Арчийский государственный культура уне искусства институты кыйды оголору кыйын үйөрүн көтөн бардылар эккис местине бияха болбуттара Кадыгулуу Ленге Федеральный университет финансово экономический институты онда үхүз местага бияха биристаг местага тигистилер педагогический колледж студенттары боголор буларга 90 класс кентен келен басы курсолог хамай састырынан кыралар оннаттын эмнек биристаг местага тигистилер оннаттын бу бехиге тереахимидигер бияха күз кеме болулар музейный комплекс «Россия. Моя история», музыка онна фольклор музейя онна жукускай куорат сынялан паркыда бияха тун бу биристерин турбуттара онун онтон бу тереахинерби кыжык олус тун Жон Сергей Болхомтудун татты яханада онату бугурдук тереахинер салхы бихиги музей бүтүгөр мантын сайын үстүдагыны ытылдыктар эден эриндер эбит. Ну, коллекцию музыкальных инструментов начал собирать не так давно, целенаправленно. Все начиналось, ну, то, что вот родители, родственники ездили отдыхать, ну, и привозили понемногу инструментов. Вот, например, там есть барабан и погремушка, привезенная отцом из Америки, это индейская. Мы с матерью, когда ездили в Тунис, вот привезли барабаны бедуинов. Ну и так потихоньку начали копиться музыкальные инструменты, пока до 2010-2011 я сходил на концерт, посвященный Дню Хамуса. Ну и услышал, как вот играет группа Айархан. Ну и меня заинтересовала вот именно хамусная, варганная музыка. И я попросил у родителей купить мне хамус. И на день рождения они мне подарили хамус якутский. Мастер готовцев Иннокентий Никитич. И с тех пор вот начал целенаправленно собирать уже хамусы, варганы. Сперва вот якутские собирал,
А потом как-то стало интересно именно собирать и других народов, потому что у каждого хомуса, варгана, разный звук, совсем отличный от якутского. Вот. Позже мне родственники передали хомус моей прабабушки. Вот он тоже есть здесь на выставке. Ему сейчас более 100 лет. Вот. К сожалению, кузнеца мы не знаем, кто изготовил, потому что клейма нету на нем. Но это вот ручная ковка, где-то конец 19-го, начало 20 века. Первый мой хомус, это вот Готовцева Иннокентия Никитича, который мне подарили родители. Ну и звук у него тоже очень хороший звук у него. И особенность вот хомусов Готовцева, то, что у него на клепке, то есть на болтике язычок. Это для быстрого и удобного ремонта. Если язычок ломается, то можно просто заказать отдельно и потом самому прикрутить. Звучание. Следующий, который мне тоже очень нравится по звуку, он тоже особый, это вот моей прабабушки. То есть звук совсем другой, если сравнивать с современными хомусами. Следующий хомус, который вот можно сравнить звучание хомусов, это вот я покажу китайский. Вот он такого формата, четырехлепестковый коусян. Он как бы не относится именно к китайцам, а к народности, которая проживает на территории Китая. Это вот китайские нанайцы на нем играют. И совсем другой звук, например, у варганов, которые изготовлены из бамбука. Вот это вот японский, принадлежит народу айне. Вот на таких они играют. И вот такой же бамбуковый, это из Камбоджи. Так, а по звучанию? Некоторые говорят, что похоже, вот как и металлические звучат, но все равно есть вот у него свой оттенок. Так звучит японский, а так вот будет звучать варган из Камбоджи. Также совсем другое звучание, например, вот тоже интересный, это вот индийский морчанг, вот такой он. У всех металлических, у всех народов практически форма одна и та же, у всех народов. Он дугообразный, ну, еще по-другому называют лирообразный. Thank you.
и помимо варганов, позже я увлекся уже смычковыми, струнно-смычковыми инструментами. Это вот после поездки в 2014 году в Монголию. Я услышал, как играют монголы вот на маринхуре. И меня заинтересовало, а есть похожие у нас. И начал спрашивать у людей, где можно купить. И мне посоветовали вот обратиться к Руслану Прокопьевичу Габышеву. Он вот изготовил инструменты для ансамбля Кылысаха. Инструменты. Вот он тут. Такой. И вот в 2015-м я у него заказал. Специального музыкального образования не имею. И в 2016 году как раз-таки были курсы игре на карымпе. Проводили его как раз-таки ансамбль Кылысаха. И я к ним пошел на эти курсы 10-дневные. И за 10 дней научился играть. Вот. Ну и звук у нашей карымпы тоже такой. Многие слышат в нем якутскую речь. Такой вьетнамский варган, называется дан мои. Это вот трубочка бамбуковая, это футляр. Сам он вот металлическая пластинчатый инструмент такой, делается из латуни. Ну и звук у него тоже другой будет. Такое звучание будет у пластинчатого варгана, металлического. Монгольский бамбуковый хулсан-хур. Вот он такого типа. Причем у монголов встречается вот такой пластинчатый варган. Также есть вот такие металлические. Называются тумур-аман-хур. Как раз таки созвучно с нашим якутским тимир. Вот у них тумур. Металлический варган и пластинчатый бамбуковый такой, хулсан-хур. Слово «хур» обозначает музыкальный инструмент у них. Но на нем довольно-таки сложновато. Такое звучание у него. А металлические имеют такое степное звучание по большей части. То есть они отличаются от других варганов, что вот как отмечают музыканты, именно степное.
И рассказ наш начнем с моего прадеда, строгого Александра Кузьмича, который первый вместе со своей женой и оказался на территории Якутии. Строгов Александр Кузьмич микробиолог, занимал очень видный ученый в своей области. У него есть наградная грамота о спасении поголовья крупного рогатого скота Республики Карелия. Он участник Великой Отечественной войны в должности ветеринарного военврача. Служил, опять же, на Карельском фронте. И после завершения войны с Германией был переправлен на Восточный фронт в Маньчжурию, где занимался, как мы недавно выяснили, занимался, скорее всего, разгребанием последствий японского производства биологического оружия. Я тоже спасал поголовье рогатого скота, зараженного, который японцы распространяли по Маньчжурии и Дальнему Востоку. И после войны у нас в Якутске открыл кафедру микробиологии и продолжил свою профильную деятельность. Вот. А, собственно, прабабушка Строгова Ариадна Викторовна. Она была преподавателем иностранных языков. Знала несколько иностранных языков. И, как мне мама рассказывала, любила развлекаться в Москве, гуляя по центру и помогая различным иностранцам на их родных языках, на английском, французском. Рассказывает, что немецкий ей не очень нравился, ну, он и сам по себе грубовато звучит, и была одна большая причина его недолюбливать. Вот, вот тут разные предметы. Ты, принадлежавший ей, вот такая интересная печатная машинка трофейная, которую прадед вроде привез. Надежда Александровна продолжала медицинские традиции прадеда и стала врачом, но уже не по животным, а по людям. У нас в городе Якутске, я точно помню, что она принимала важное участие в борьбе с туберкулезом. И в этом деле очень сильно, очень много разбиралась. И она мне сама даже рассказывала, как после того, как она ушла со своей работы, к ней регулярно приходили молодые коллеги и просили ее записи посмотреть. Она увлекалась фотографией, здесь хорошо видно множество фотоаппаратов, сделанных ей снимков. Этих снимков действительно какое-то ужасающее количество, и благодаря этому можно весьма ярко представить то, как наш город менялся. Учитывая то, что прадедушка и прабабушка переехали сюда и тогда, когда еще массовая каменная застройка нашего города не началась, то в объектив моей бабушки попало то, как наш город облачился в камень. Весьма за этим интересно наблюдать. И уже будучи пожилой, она стала даже внештатным фотокорреспондентом газеты «Якутия». Энджи давала ей много разных замечательных снимков и принимала участие в конкурсе «Дикари», где показала, как наш город замечательно выглядит сегодня, в наши дни. Вот, и теперь перейдем к моей, собственно, матери, Строговой Екатерине Алексеевне. Она уже родилась здесь, в городе Якутске, но тоже побывала и нашей исторической родине, и в Кузьминках долго, много времени провела. Вот. Она кандидат исторических наук, увлеклась археологией в 14 лет и с тех пор свои интересы не меняла. И практически все это время, после завершения учебы на историческом факультете ЕГУ, практически без остановок занимается своей профильной деятельностью, археологией и исторической наукой. Антикварная посуда, которую не так уж и некоторые юбилейные, которые действительно уникальные образцы. Вот этот, например, рак, который мне с детства нравился,
тоже весьма редкая вещь. Ей уже больше сотни лет. Вот. Ну и сам я, конечно, пока никак не отметился на выставках и даже в нашем городе не очень отметился, но я все еще жажду быть действующим реставратором памятников деревянному и каменному зодчеству, чтобы наш город, так сказать, сохранить историческое наследие нашего города. Вот так забавно сменилась традиция науки с медицинских наук на исторические науки.